впервые прозвучит адажо Спартака и Фригии из балета «Спартак» композитора Арама Хачатуряна в переложении Людмилы Королевой. Thank you.
Обработка Широкова, русская народная песня «Я на горку шла» исполняет солистка образцового фольклорного ансамбля «Калинка» Дворца детского и юношеского творчества Кристина Ластовецкая. Обработка Евгения Курбатова. Русская народная песня «Перевоз Дуня Держава». Перевозчика наняла.
Кристина Холостовецкая в сопровождении Народного оркестра «Садко». 44 года оркестр творит, работает, радует нас своим искрометным искусством. Меняются поколения музыкантов, но неизменным остается высочайший профессиональный уровень коллектива. Яркой страницей репертуара оркестра является исполнение современной музыки из любимых кинофильмов. Мы предлагаем вашему вниманию послушать вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь». Инструментовка Людмилы Королевой.